Перед началом работы нам необходимо скачать требуемые программы. Переходим на официальный сайт Blender. Здесь также кликаем либо по ссылке Download, или по большой кнопке с надписью Blender 2.74. На момент записи актуальная версия именно эта, но есть пробная сборка 2.75. Мы будем качать проверенную текущую версию 2.74. Далее мы качаем редактор векторной графики Inkscape. Также выбираем «Скачать» нашу операционную систему и ее разрядность и качаем программу. Еще нам понадобится плагин Commotion для Blender, который облегчит нашу дальнейшую работу. Переходим по ссылке и жмем «Download zip». Нам осталось только установить все скачанные программы, но об этом мы поговорим в следующем видео.